Друзья, в общем, 29 июля. Сегодня опять пошел, естественно, в лес, потому что белых много. Буду вот вам показывать, как у нас тут растут они. Так, знаете, как этих белых нашел? Сейчас вам расскажу, как вот здесь вот. Так, здесь где-то был совсем маленький, а вот этот, не знаю, сорву. По приколу. Так, сейчас вам расскажу, как я напал на эту поляну. В общем, смотрите, иду я такой вот здесь вот, вижу ты тут порез, а порез для меня это знак. Смотри внимательнее. В итоге я вот разгребаю эту траву, тут видите, что творится, беленькие. Это знак. И вы на будущее вот учу вас всех. Видите, порез не означает, что на этом месте ничего не осталось. Это означает, смотри внимательнее. 100 пудов есть пропуски. Видите? 100 пудов есть пропуски. Такими полянами, я думаю, сегодня насобираю. Один, кстати, сшиб я опять. Представляете, что-то в последнее время я много белых сшибаю. Видать, их столько растет, что сшибаю. Так, в общем, поиски буду продолжать, попытаюсь онлайн поиск произвести. Ну ладно. Не буду тратить память на своем телефоне. Всем удачи, друзья. Сейчас еще буду тут смотреть, я вот уверен, что тут не все так просто. Тут еще порез. Порез. Буду смотреть внимательнее. Да, белых нынче много пошло. Уже, кстати, ножки более червивые становятся. Ну, ладно, всем удачи.